يتلوين فيها القادم أي هو مترمينا في الطرق فقط نعمل الزائد في الزادة فقط الزائد А когда вы возмущались, вы в этом плане ей помогали и стало легче? Нет, я ей помогла, но это было мне надоело, это мне приятно. Вот здесь, ну, в переносном значении, я просто не хотела то слово говорить. Значит, вот здесь, знаете, какая золотая строка для вас всех, услышьте. Если вас не слышат, бесполезно говорить. Да. Вы поняли, да, все? Но в данной ситуации, что какие бы сейчас убеждения не были, они будут отрекаться. Вот это пример того, когда человек идет вот так на пролом с рожками. Это может быть супруги. Это могут быть близкие. Деньги. Ребята, будете доказывать, в какой позиции вы поняли сейчас у себя поставить, вот вы будете точно в такой позиции. Вот там интересно. Конечно. Интересно, а я не знала, что есть это тайна интересная, а потом я не знала, что я не дозвонилась. Нет. А я могу сначала на время ответить. Это ваше право. Вот это я ваше. Я понимаю, что так я всегда так получается, да? Если вы так считаете, то да. Я ушла, но мне бы надо делать. Сто процентов. Никогда не надо за кого-то ноги передвигать. А, и никогда не надо причинять добро. Я этим страдала очень долго. Причинять добро. Ну, в социальной работе тоже хороший лозунг. Не помогай, пока не попросят. Это очень важно. Я раньше это не понимала, протестовала, как я могу. Я там сею добро, я знаю больше, могу помочь. Я не помогала. Я не ускоряла путь этого человека, а замедляла. Да, в этот момент было классно. Но все равно он на каком-то перекрестке получит, только шалбам будет все. Не надо. Твои ошибки карты должны называть, шишки. С другой стороны, я в современном кажется, особенно детей это ситуация, но ты думаешь, а как это так, что это будет? Позиции, вот есть это действительно. Это разные вещи. Игнор и навязывать свою помощь, это разные вещи. Игнорить я вообще не считаю, что это неправильно. Если просят, вот это помощь. Если вы можете дать. Если вы не можете, а вы помогаете, то это не помощь, это вред. Понимаете? То есть нужно тоже адекватно включать и понимать, что я сейчас не помогу. Так как часто бывают моменты, вот я, например, не работаю, когда я понимаю, что у меня состояние не резервное. Я не думаю о том, что я потеряю там деньги. Так. Нет. Важно то, что я 100% человеку сейчас не дам. Не то, что он там надеется и так далее. Я пишу, звоню. Это не так часто бывает, потому что я уже в состоянии сделать определенное ограничение своих количества клиентов, да? И в принципе там где-то что-то переставить могу, ну нет такого прям. Просто расписываю на дальше, конечно. Но факт то, что то же самое говорю людям, которые приходят. Если вам плохо, не надо добиваться. Не надо. Это, ну, главное, для чего вы это? Если вы называете ответ, вы просто не можете. Я вам скажу, когда у вас возникает вопрос, у вас всегда есть ответ. На этом зарабатывают коучи. Потому что кто бы не пришел с вопросом,